Так, дорогие друзья, это уже третье видео по падению Стима. Значит, появилась новая информация, что сейчас прочту прям так близкий к Valve. Не знаю, как это имя читается, опубликовал следующее сообщение в своем твиттере. Судя по всему, в ближайшее время клиент Dota 2 возобновит работу в полной мере. Причины пока неизвестны, однако есть информация, что дело в хакерской атаке на сервера Steam, группировка Phantom Squad. Судя по всему, подобным образом решила поздравить Гейба Юла с днем рождения. Именно она взяла на себя ответственность за проблему доступа к Steam и Dota 2, судя по их твиттеру. Операция была подготовлена заранее. То есть, ребята, все ближе идет к тому, что это был хакерский налет. Так что я советую вам все-таки сменить пароли, убедиться в том, что ваши все скины на месте, проверить полностью досконально свой аккаунт. Также до сих пор еще не налажена работа. Я не знаю, что никаких сообщений больше не присылают, такие только комментарии вот с твиттеров разных знакомых Valve, но я думаю, сейчас они работают в полную силу и, возможно, наверное, восстановят где-нибудь уже сервера через часика-два, часик. Ну, это мое мнение личное, но все-таки там уже нормальные люди сидят, технари, за что они зарплату такую получают с наших скинов. А всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за следующими действиями Steam серверов на моем канале. Я выпускаю буквально видео вот уже 20 минут каждый. Какая-то новая информация появляется, я сразу вам ее сливаю.